Всем привет, друзья! С вами Алариэль, и мы продолжаем прохождение Destiny 2. На сегодня у нас квесты с компанией «Красная война. Кража». Итак, прыгаем на наш мопед и тулим вперед. Это, походу, будет долгая катка, но ничего. Опа! Четко. Ох ты, блин. Отлично. Красная война, кража. Поехали. Так, а это, скорее всего, будет прогрузка сейчас локации какой-то. Так как обычно таких миссий из компании они... идут где-то на отдельной локации, что ли. Ну да, я и думал. На этой базе корабль Тумаса Несломленного. Только так мы доберемся до Всемогущего незамеченными. Ну, погнали. Вам придется его украсть. Угу. Экстренные новости. К нам идут падшие. Видно, с первого раза не понимают. Эти падшие гнусные стервятники. Вечно налетают, когда их не ждешь. Как варлоки, когда я... Продолжай. Да я... Нет, я... Я закончил. Свободен. Я, короче, молодец. Мне тут сразу со всеми, да, надо будет разбираться. Ну, собственно, ничего нового. Так, ну опять что-то знакомые какие-то локации. Остался лишь один корабль. Должно быть, это корабль Тумаса. Доберись до него, пока не поздно. Ага. Таким образом. Еще и возрождение ограничено. Как кстати. О, блин. Играться не будем с этой хиней. Продолжаем. Ага. Во-во. А если я? Бэби лолкек. Получили. Ты
Во-во-во-во-во. Себе отряд. Ё-моё. Это было как-то неожиданно. Такое стадо собак. Ух ты, как вас тут много-то. Вашу мать, а? Где ж вы прячетесь-то? О, так ты молодец, вообще сзади зашел, да? Красавец, что сказать. Бау. Бау еще раз. Путь свободен. Теперь Отлично. Подведи меня к кораблю Тумаса. Лас, сейчас мы его позаимствуем. Ага, у меня тут нет патронов. Вот это печально. Попёрли. Прикрой меня! Нужно выяснить, как это работает! Защищай Блин. Корабль! Ой, блин, ну вы даёте. От кого защищать-то? Ага, вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Какие мощные-то и агрессивные парни. Прям со всех сторон. И где крики боли? Ты еще жив? Да, вроде, но да. В отличие от некоторых, страж может управиться с вражеской техникой. Эй, этот телепорт был по-вексовски мудрёный. Охренеть. Тут уже играться с вами никто не будет. Жаль, конечно, что я на тебя все это дело не слил. Но ничего.
Ага, я понял. Черт, 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 черт. Вот и ключи сработали! Заканчивай и поднимайся на борт! А, всего-то, да? Всего-то закончить с этим охреневшим чуваком. Ну, знаете, револьвер. Сделал свое дело. Воу-воу, даже так. Я там еще хотел вся пострелять. Надежда на тебя. Уничтожь орудие всемогущего. Положи конец угрозе, нависшей над миром. А мы тем временем подготовимся к решающему сражению за город. Песенка Гоула спета. Интересно, что ж дальше-то? Я, кстати, думал, что приключение данное будет немножечко дольше. О, даже синематик. Отряд завала окружил город и готов к наступлению. Но прежде всего мы должны обезвредить орудие. Так что жду твоего сигнала, напарник. Ё-моё. Правый борт. Так, друзья, давайте, наверное, это мы уже оставим на следующую серию. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.